Москва-Калуга. Участок федеральной трассы Украина. М3. Длина 174 километра. Дорога проходит по территориям Москвы, Московской области, Калужской области. Пересекает четыре реки. Нару, Суходрев, Угру, Аку. Ширина проезжей части не меньше 7 метров. До населенного пункта Селятина 3-4 полосы в каждую сторону. До Обнинска 2 полосы. Дорога отремонтирована и имеет хорошее асфальтовое покрытие. Опасные участки. 50-й километр. 167-й километр. Причина опасности – крутые повороты, ограниченная видимость. На дороге 6 постов ДПС. На 51-м километре, на 73-м километре, на 97-м километре, на 106-м километре, на 129-м километре, на 173-м километре. Наиболее распространенные нарушения – превышение скорости. Выезд на встречную полосу через две сплошные. Внимание водителей! На участке дороги в поселке Киевском скорость не должна быть выше 50 км в час. Цены на бензин в районе Наро-Фоминска 70-й километр – самые низкие. В Москве – самые высокие. От Москвы до Калуги расход бензина для легкового автомобиля среднего класса составит 17 литров. Для грузового автомобиля – 48 литров. Достопримечательности по пути. Памятник влюбленным сердцам в Наро-Фоминске. Музей Отечественной войны 1812 года в Малоярославце. Музей истории города в Обнинске. Музей космонавтики в Калуге. Время в пути от Москвы до Калуги 2 часа 20 минут. Освещенность трассы 64%. Оценки по 10-бальной шкале. Степень комфорта 7 баллов. Степень качества 8 баллов.